Всем привет! Меня зовут Анастасия Луговкина. В 2016 году я закончила Высшую школу режиссеров и сценаристов по специальности режиссура монтажа. Моим мастером курса была Мария Александровна Амосова. Это старейший педагог, очень опытный педагог. Она работала с такими режиссерами, как Алексей Герман Старший, как Глеб Панфилов. И она очень многому научила и нас, студентов. Вообще, Высшая школа режиссеров и сценаристов – это педагоги, профессионалы своего дела, которые очень много дали нам знаний, и в частности мне тоже очень помогли эти знания и помогают до сих пор. Также это студенты и вообще интересные творческие люди, которые всегда окружали и окружают Высшую школу режиссеров и сценаристов. И я даже не представляю себе Высшую школу режиссеров и сценаристов в каком-то другом помещении, нежели в старейшей киностудии «Ленфильм», потому что это, как я считаю, взаимодополняющая творческая атмосфера, которая способствует созиданию, созданию чего-то нового, каких-то кинематографических успехов. И даже находясь в этом старейшем заведении, всегда проходишь и вдохновляешься, видя плакаты с афишами тех фильмов, которые были сняты на этой киностудии, и действительно ты переполнен энергией, эмоцией и желанием сделать нечто подобное. Поэтому я считаю, что для Высшей школы режиссеров-сценаристов очень важно сохранять эту творческую атмосферу именно в стенах старейшей киностудии «Ленфильм». Поэтому я желаю дальнейших успехов и процветания Высшей школе режиссеров и сценаристов. Всем успехов, спасибо за внимание.